Ромашки, лилии, флоксы. Каждый двор по улице Заречной наполнен душистым ароматом растений благодаря трудолюбивым рукам здешних жителей. Еще с 2004 года старшая дома номер 14 Надежда Кузнецова начала по собственной инициативе облагораживать участок перед домом. Постепенно и другие жители двора подключились к этой работе и, как результат, стали ежегодными участниками конкурса «Мой дом, мой двор». Много чего сделано. Каждый год мы меняем клумбы. Единственное, что у нас постоянно, это флоксы. 12 видов флокс растут, все разного цвета, очень красивые. Вот сейчас они зацветают. Все время меняем композиции, каждый раз все по-новому, каждый год все по-новому. В этом году очень много вот у нас ромашек желтых распустилось. Поле было такое невероятное. Тюльпанов очень много цвело. Забота о красоте своего двора сплотила жителей близлежащих домов от мала до велика. Мы участвуем давно, значит, в благоустройстве нашего дома, нашего двора. Хотим, чтобы было очень красиво, чтобы было у нас все цветущее, чтобы много было цветов, чтобы было, ну, все в подъезде нам все помогают. Молодежь вам помогает? Очень помогает. В этот раз молодежь еще и веселилась. На Заречную улицу пришел праздник. Самых активных жителей наградили благодарностями за их труд. Мне кажется, что наш город с каждым днем, с каждым месяцем становится все более ярче, красивее. И все это благодаря вашему труду, каждодневному труду. И за это вам низкий поклон. Потому что я понимаю, что вы все это делаете для вот этих маленьких зареченцев. Для того, чтобы они жили в красоте, счастье. И самое главное, чтобы вы, что вы делаете, вы передаете вот эту радость, красоту, заботу о городе. И я убежден, что они вот эту радость принесут через всю свою жизнь. И дети готовы были радоваться и красоте, окружающей их во дворе, и развлекательной программе. Они с удовольствием пили лимонад, танцевали и делали зарядку, а старшее поколение получало ответы на интересующие вопросы от представителей администрации города, собрания представителей, полиции, руководителей коммунальных служб. На этом праздники двора не заканчиваются. Они обязательно придут и к другим участникам конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор».